возвращением! Куда плывем? Слава Богу! Наш гость! Мои друзья! После симпульса все возвращаться Капитан! Впереди! Вода!
Кое-что нашли! Гатарзис! Я ожидал другого. Гатарзис, я думала, ты погиб. Где твой корабль? Корабль разбился, но он выжил. Стоит ли его жизнь корабля? Корабль можно починить, жизнь нельзя. Афинине на тебя плохо влияют. Малака! Для меня главное, что ты жив, братишка. Он твой брат? К сожалению, да. Что с командой? Эти псы вздумали убить меня. Если бы не Мистий, он бы погиб. Значит, ты заслуживаешь награду. Гатарзис обещал заплатить. Щедро заплатить, если я правильно помню. Вот и плати. Я? Но ведь это ты... Ладно. За мной, бестолочь. Спасибо, Алексиус. Семья превыше всего. Спасибо за его жизнь.
Да. И как сделать, чтобы все поняли? Поднять наш флаг и затопить их корабль. Тогда все... Мы же пираты. Вы пытаетесь... Если бы мы хотели расширить... С этим не поспорит. Я их потопил. Я в тебе не ошибся. Ксения будет счастлива узнать, что эти воды снова наши. Лесть — это мило, но я здесь за наградой. Конечно.
Женщина! Кого принес попутный ветер? Вот, держи. Ты умеешь вести дела? Теперь говори, когда будут сведения? Я уже все узнала. Правда? Твоя Мирин скрывается под именем Феникс. Она была в моей команде, но потом наши пути разошлись. Пора отплывать. Кеос, твой дом. У меня есть свой замысел, своя цель. Вдруг ты никогда не найдешь то, что ищешь? Я не устану искать. Ты умелый пират. А ты замечательный друг. Помни меня. Кеос далеко от Спарты. Как вы встретились? В море, давно. Она дала мне надежду, я ей свободу. Вместе мы были непобедимы. Как же она стала пиратом? Она из тех, кто всегда доводит задуманное до конца. Она была пиратом? Недолго. Почему ушла? Видимо, слишком увлеклась политикой, а жаль. Она знала толк в пиратском деле. С тех пор я о ней ничего не слышала. Ты знаешь, где она? Собрала команду и уплыла на юго-восток. Спасибо, я... Запомни, важно не место, а люди. Если ничего не найдешь, всегда можешь вернуться к нам. Thank you.
Thank you.
Если они не достроят храм, Зевс будет недоволен.
Μην αφήσεις με κλείσκη. Алексиус! Я так и знал, что ты передумаешь. Но, увы, сейчас не время для любви. Как скажешь. Мне жаль прерывать наш разговор, Сократ. Но, думаю, ты наговорился за нас обоих. Я верю, твой род может не только болтать. Поговори с ним чуть дольше, и, возможно, обнаружишь искру знаний, что прячется за его утомительными ухаживаниями. Комплимент и укор в одном предложении. И вправду талант. Ты появился как раз вовремя. Мой друг по имени Сафан хочет стать гражданином Афин, и ему не помешает помощь. Фая. И почему же именно моя? Подойдет любой мистий, но ты любимый. Нужно добавить его имя в один список. Расскажи, почему Сафан не может сделать все сам? Он бы мог, если бы умел тоже, что и ты. В смысле? У него нет твоих навыков. Сам он не справился бы. Почему Афины? Наверняка он гражданин другого города. Все хотят быть гражданами Афин. Пусть даже не говорят об этом вслух. Сафан – искусный политик, но без гражданства ничего не может сделать. Не думал, что ты ведешь список любимых наемников. И где же в нем я? На самом верху. Хотя, если хочется, ты всегда можешь опуститься пониже. Слишком просто. Скажи, в чем подвох? Тебе придется проникнуть в Метраон, а вход туда запрещен, и вписать имя Сафана незаметно. Он хочет получить гражданство незаконно. Сказал бы сразу. В следующий раз так и сделаю. Здание, что ты ищешь, рядом с Агорой. Удачи! Какие еще зубы? Я не лекарь. Ты ответил на мой вопрос, и у меня возник еще один. И еще один. Здесь меня могут заметить. Здесь кто-то есть!
Oh!
Его имя в списке. Пора вернуться к Алкивиаду.
Мой любимый Мистий. Имя Сафана в списке, но не обошлось без жертв. Понимаю. Порой нужно пролить кровь. Я не ошибся, выбрав тебя. Моего друга в списке. Теперь я хочу попросить еще кое о чем. В следующий раз рассказывай мне обо всем сразу. Но я не знал, справишься ли ты. Хотел убедиться в твоем успехе. Не думал, что тебя это так расстроит. Скажи, что нужно делать. К сожалению, имя Сафана в списке не обеспечит ему гражданство. Нужен свидетель, который подтвердит его право. Хочешь, чтобы им был я? Будь все так просто. Есть у меня кое-кто на примете. Великолепный мужчина по имени Перой. Я найду этого красавца. Отлично! Я знал, что ты поможешь. Почему мы не можем быть свидетелями? Все просто. Свидетель должен быть гражданином Афин, но не другом Сафана. Осторожней с Пероем. В его взгляде легко потеряться. Если и это не все, говори сразу. Да-да, но на этом все. Точно? Точно. Пора найти Пероя. Обычно он где-то рядом с судом, к востоку от Агоры. И мне... просто попросить? Перой должен сказать, что родители Сафана были из Афин. Тебе решать, как убедить его помочь.